Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Может, колосс реально поставить? Ну, став кирку, а потом колосс. Куда это у нас метеоритный дождь? Нет, это далеко. Это голландцу там. А где третья? А где третий дракар? Подождите. О, фига он спрятался. Так, что я тут хочу? Кстати, будут еще рыбы и крабы, но нету денег, как выкупать пока. Давайте, наверное, вырублю вот этот лес или этот. И шахту поставлю. Так, давайте пока поселенцев уберем. 5, что ли, поставить плюс 5 против варваров. Кстати, доход от мародерства и набегов на 50, ну, мне сейчас надо пока найти, кого грабить. А так, конечно, карточка для Норвегии. Сначала рыбку обработаю, потом краба. Ну и ставкирка мне кучу производства даст. Убивай варвара. Я так ждал, пока ты начнешь. Так я уже пострелял по нему. Ну хоть на том спасибо. Так, тут где-то варвары должны быть, по идее. Надо бы найти. А еще все-таки поставить 100% на морские юниты. Ну, пока некуда. Просто некуда. Кстати, я же могу в центре города за... Ладно, я вот этот... Я вот этот, когда город поставлю, тут куплю... Как его? Монумент. Это чтобы не через реку атаковать. Ну, я сюда на озеро хочу ставить. Это точно. Так... Стоит ли мне куда-нибудь этим лучником? Я бы, наверное, на месте стоял. Хотя тут могут появиться вороны. Мне кажется, там Мехико вполне все контролирует. Блин, у меня что-то денег мало стало. Дико извиняюсь, наушники сели, пока менял, не слышал ничего. Да тут, в принципе, все молчали. Черт. Еще раз, сколько надо? 70. Да, что-то с деньгами. Ну, ладно, мне, наверное, надо союзы... С голландцем, очевидно, делать. Потому что у меня самые дорогие к нему, скорее всего, будут бегать караваны. Японец очень плохо развивается. Это значит, что к нему не очень караваны будут бегать. Ну, то есть надо уже начинать к голландцу на деньги вполне отправлять. Так, флот формирует. Ну, у нас все флотоводцы занимаются сейчас... А, это меня тут убило. Проатаковал варвар, скорее всего. Так, а каналы у нас где открываются? Ой, блин, а что так далеко?
То есть пока я... Ну, то есть мне с этой стороны надо тоже армию поднастроить, очевидно. Блин, и мне надо в это, чтобы меня не затопило, сразу идти. Так, в Ставангере чисто на производство. И в Бергене давайте. Все-таки на производство. Тут у меня залочены самые крутые клетки. И в Осло давайте производство. Так, я тут построил ставкирку, мне за это дали 4 очка. Добьешь, если я... Вот, и добавились, видите, два производства здесь стало, было одно. Нет, с помощью тебя добьешь? Нет, я пока не смогу. У меня, типа, этот слабый слишком колесница, сюда надо что-то посильнее вести. Если ты про это не сюда. Лучше отходи, да. Ну, если он тут захватит посел, я, кстати, не против. Чтобы он не обстрелял, я-то его отобью. А, таймер убираю. Да, да. Все тогда, 31 минута сейчас. Через сколько, 10 минут? 15? О, Кардив хотел. Да, 10-15. Ждем, собираемся. Так скоро тут появится 10 плюс ходов. Думаю, может мне засоюзить карты, чтобы там территорию всю видеть. Тут всего один посол требуется. Ого, сколько у него тут юнитов. Кардив наклепал что-то. Фонарик, посмотри сделку. Так, ну в принципе можно тогда с голландцем. Или еще с него один раз. Ну у него что-то мало всего. Так, тут беру... Исход евангелистов. И, в общем-то, можно распространять религию, я так думаю. Еще один флотоводец. Да, конечно, флотоводцев я наделал. Так, пойду. Нечего обрабатывать. Ладно, пошли в Ставангер свинину. Мы ж не мусульмане. Так, из Осло. Давайте, наверное, из Нидероса. К голландцу. Хотя и так. Ну, короче, на деньги мне надо отправлять уже. А, в Маскат плюс 6. Не, ну в Амстердам еще плюс 1 наука. Так, пока постоим. Спасибо. Ставкирка. Гавань, Ставкирка. Ну, надо следующим кампус ставить. Следующим ходом будет один житель. Так. Акведук где? Тут и тут. Мне кажется, здесь где-то кампус надо будет. Или здесь. Блин. Ну, здесь акведук без смысла. Тут вообще не... Я... Ну, хотя где? Тут промышленную зону поставить. Ладно, а может реально колус начать? А, мне надо вот эту клетку выкупить тогда. 50. Ладно, давайте торговца. Восло кампус. Гавань есть. Ну, правительственную площадь надо здесь. Опять не вы. Давайте рабочего. Так, ну и вроде походили. Вроде походили. Что там по религиям?
Так, нам в первую очередь надо священные места в тех городах, где может быть много рыбацких лодок. Ну, тут в Бергене две штуки, и в Осло две штуки будет. Собственно, раз, два, три, и... Ой, здесь две штуки. Ну, тут, кстати, священное место даже неплохое должно где-то встать. Вот здесь, скорее, сюда мы кампус поставим. А священное место где-то... Ладно, еще это подумать надо, я еще подумаю. А, знаете, что я подумал? А, может, мне все-таки в этом городе не ставить гавань, а центр коммерции, а построить вот здесь... Вот тут мне точно ставится Темпломайор. Вот здесь. И, соответственно, во всех этих клетках озера у меня будет производство. Надо будет выкупить эту оливку. Хотя Валетта уже вот-вот может ее заполучить, между прочим. Кстати, тут надо сейчас скаута попытаться убить. Подождите, а я ученичество же не ускорил никак, да? Тогда пошли в Counterforce. Ну, я еще надеюсь этого построить, колосса. Это как раз чудо античности. Надо из Нидороса будет куда-нибудь отправить. Ну что, снизим за производство? Согласен, давайте. Че, какой ресурс? Не знаю. У кого больше там посмотреть надо? Табак можно или кофе? Давайте кофе. Давайте за кофе. Слушайте, а может давайте что-нибудь не влияет? Давайте что-нибудь этому смолку забаним. Что у него есть? Кофе у него 4 штуки. Вот я бы кофе забанил наоборот. Вы понимаете, что он даст? У него 4 кофе. Если вы сейчас за кофе проголосуете, у него будет каждый ресурс как отдельный давать. Все 4 кофе. Плюс 3 ресурса ему будет. Хватит меня душить. За табак пойду. Я за табак. Заблокировать, давайте кофе. Я блокирую кофе, да. Я найду всех, кто блокирует кофе. Я тоже. Я так, уже всех нашел. Найди меня, дед. Я буду очень рад, если ты меня найдешь. Ну, ты до него не доберешься, Леш. Так что в итоге кофе блокируем? Да. Да. Нет, табак увеличиваем. Зачем? Если у нас вон явный лидер есть, который всех по нуке опережает и покупает. Вы не понимаете, если вы увеличиваете. Ты не только лидера становишь. Но в этой фигне что-то... точно лучше не стоит голосовать за то, что дополнительно. Лучше что-то заблокировать. У него города расти сейчас начнут еще как на дрожжах. Они не просто будут расти, они дадут плюс 20% кресов. То есть у него то, что сейчас есть, еще плюс 20% добавьте за экстаз. У него сейчас под 100 науки скакнет. Тем более, скорее всего, он там сейчас... У меня совсем науки чуть-чуть. Я не сильно обгоняю. Чего вы так... У тебя 80 твоей чистой науки, даже без торговых центров и там гавани. Да, ты сейчас выберешь еще, если вдруг эту штуку, звук называется, монументальность, да, вроде? Нет. Ну, вы поняли, короче, которая науку дает за... У меня нету. Да, господи, проголосуйте, чего вы там спорите? Табак все-таки протолкнули. Вот, в 6, отлично. И 5 этот. Наша коалиция сильнее. Сейчас посмотрим следующий ход, сколько у него станет. Так, разрушаем. Отлично. Так, ну мне надо еще где-то... У меня на железе тут еще надо одну где-то шахту сделать. Может тогда высадиться пока и тут сделать шахту. Все равно денег нету никак эту фигню присоединить.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Не, наверное, с этих городов начну. А, блин, хотел убить скаута. А, ну он ушел просто. Килиманджаро, кайф. Так, Магнус, Пингал. Ну, наверное, Лян пора брать. Если на аквакультуру, может, Восла? Опять, наверное, сначала Восла, потом просто буду пересаживать. Хочу поставить плюс 100 к созданию морских юнитов. О, тут какие-то острова. О, Хатуса. А это не его ли Дед Бородет нашел? Нет. Так, Хатусу можно будет союзить. Эти Хатуса как раз из варваров превратилась, между прочим. Так, давайте из Ставангера отправим караванчик. Не на деньги пока я все-таки решил. Надо тут все дороги провести. А я так понимаю, это потому, что Крит торгует, смог, торгует всеми ресурсами, поэтому ничего не прибавилось или что? Кофе. А, там табак пропахнули же, кофе. Вот именно. А в табаке сколько его было? Так, давайте, наверное, здесь... Ладно, ну ладно. Блин, тут еще нам нужна... Мне было главное, фак. Тут проблема, что тут либо здесь надо строить дамбу. Вот в чем дело. Ладно, три хода до этой... давайте тогда библиотеку, потому что я сейчас в Хатусу отправлю. А, хотя, блин, подождите. Хатуса что делает? Две единицы каждого ресурса, который открыли, но не имеет улучшений. Давайте я ее засоюжу. Сейчас мы откроем этот остров, получается. И Болонью встретили. Кайф. А вот тут неизвестный игрок есть. Так, где здесь кампус? У меня вариант только сюда, если, да? Сколько зарядов? 3. Тут надо будет вырубать лес. Давайте, наверное, пока строители еще. Тут продолжаю дракар. Дракары. Где у тебя чай есть? Чая нет. Еще одну? А, нет, закончился. Это прошлый был. Блин, мне квадрилемой кого-нибудь убить надо, чтобы морскую традицию ускорить. Ладно, пошли в феодализм пока.
Не, дракаров я дофига наделаю здесь. Валетта 12 золота, фак. Не, давайте пока в Нидорос. Все-таки. Так, шахту открываем, производственную площадь. О, я могу промышленное производство. Это я, наверное, получаю свинину, да, с Кардифа, поэтому могу. Тут если внезапно уйдет юнит, то можно разграбить этот лагерь. Но, наверное, все-таки подождем. Создание города-государства. Промышленная зона здесь плюс 2. То есть все-таки если поставить здесь акведук... Хорошо, будет вера. Давайте, наверное, все-таки вот так. Промышленная зона здесь. Все сломало мне. Здесь акведук. Здесь кампус. Так, надо ремонтировать. Вместо Вкирха перестала работать, получается. А, ну, конечно, у меня тут со всякими стихийными бедствиями большие проблемы. Постоянно практически будут. Я даже не знаю, как это исправить. А, подожди, что феодализм? В кампус надо второй. Предложение. Я пока тут не убираю ничего. Давайте вот тут лесопилку сделаю. Крейзи. Да, давай. Опа. Я понял, конечно, на ком дальше. Ну или кто-то один из оставшихся. Не знаю, я просто сказал. Либо Дзет, либо Лёша. Так, тут покупаем. Опасная нация. Монумент. Сразу. И давайте строителя. Я вообще только двоих встретил. Серьезно? Да. Одного, кто уничтожил, я правильно понимаю? Кого я уничтожил? Я никого не уничтожил. Он не уничтожал. Морально уничтожил. А, ты не будешь, надеюсь, разграбливать его? Нет, ну я деньги-то с них возьму. А, денежки. А, там, подожди. Там вообще показывается, сколько станет? Через сколько он там станет? Здравствуй, Смоук.
Здравствуй, здравствуй. Где ж мы с тобой встретились, Лёша? Секрет. А, вот, вижу. Девяносто науки. О, блин, там не проплыть, видимо. Так, я думаю, что пока рано мне в каравеллы. Давайте в образование пойдем. Ученого я вряд ли быстро получу вообще. А, кстати, я могу вот тут дракаром собрать руинку. О, у нас скиф есть. Блин. А кто скиф? А, это не Леша, значит, получается. Значит, это Леша другой, да? Welcome to the club, bye. Так, нет, я, наверное, вот так сделаю. Поставлю строится кампус сюда. Я еще вроде кого-то полил. Да, полил. Кто-то две цивилизации сразу. Я с откора еще полил, по-моему. Но, видимо, никто не послушал. Ну, хорошо. Ну, я всех услышал. Но я потом встретил всех. Я бы, наверное, тут постоял пока. Лошадью. Ну а что, мне тут уже ТГ дымкать негде. Хатуса, Болония. Так, а я не поставил первый посол, да? Да, пока никуда. Вообще, мне бы и в Маскат, на самом деле. Так, вот тут правительственную площадь надо сейчас ставить. Это место для кампуса вот этого города. У этого будет вот здесь, рядом с правительственной. Так, тут надо доделать потом уже кампус. Может, в Нидорос, кстати, лян посадить лучше. Ай, блин, ну мне лян или на аквакультуру, или на это. То есть тут надо будет страдать. Надо будет страдать. Здравствуй. Здорово. Скажи, а ты вот не хочешь дань заплатить? У меня нет ничего на море. Я очень далеко отсюда. А, это Смог, сорян. Смог, ты не хочешь дань заплатить? Просто странно, я открыл территорию Смога, а встретил почему-то тебя. Союза. Дань, чтобы ты меня не разграбил. Да, да. Сколько ты за две клетки хочешь? Ладно, ты, по-моему, как-то скептически настроен. Не позитивно. А ты импат, Лёша. Да. Тут у тебя еще ГГшки на побережье союзные, их тоже пограбим. Нет, в принципе, наверное, лучше. Мне лучше, наверное, пограбить даже, чем. На кукурузе ферма ставится? Или плантация? Ферма. Успел, не успел. Когдор, скоро отдам деньги.
Ого! Я уже... Так, Балония, видимо... А, неизвестный игрок. Меня сбегают. Помянем? Ну, пустишь ведь к себе. Ну да, если ты не кинешь приглашение. Кстати, а вот этот я должен, наверное, собрать. Они к тебе пошли, что ли? Может, разграбим нахрен его? Сейчас посмотрим. Разграбишь? Я полностью согласен. Сможешь или тебе это подсобить надо? Не, они меня прибьют. Так, где правительство, зал для приемов. И... Рейну. Три золота. Ну, в Сардсборг. Я кинул тебе предложение. Принял. Исторические хроники ускорил так. Ладно, давайте открывать. Потом госслужба. Я тут не распространился протестантизм. Спасибо. Так, этих. Здрасте. Здорово. О, фига ты где ходишь. Ну, я тебе не рекомендую спускаться на воду, как ты понимаешь. Я понял уже. Морской террор. Почему террор-то? Просто угнетает на воде. А там не проплыть, не знаю, почему он там показал туда куда-то, что можно плыть. Кстати, думаю, что Кри уже точно эту оборонительную тактику открыл, так что я ему даже ничего не ускорю, объявив войну. А зато ГГшки какие-нибудь найду. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры, слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.